Итак, ребята, продолжаем прохождение. Мы с вами играем в игру Дрейк, судьба Дрейка, Uncharted точнее. Ребята, Лена куда-то уже убежала. О, сокровище! Золотая брошь, отлично. Лена куда-то убежала уже наверх по лестнице. Мы с ней зашли вот в эти двери. Можете посмотреть в предыдущей серии, я вам это все показал, как это все происходит. Книжечки не хотите почитать? Нет, мы не пойдем читать, ребята, мы идем, потому что у нас другая миссия. Другая миссия. Лена, пошли. Глава, кстати, называется таможня, не знаю, почему так назвали. Какая таможня? При чем здесь таможня? Так, ну, наверное, надо нам все-таки упасть вниз туда, да? Пошли. Ленусик, давай быстрей. Ух ты. Это старые грузовые описи. Ого. Они хорошо сохранились. Эй, смотри-ка. Вроде похоже. Эсперанса отплыла из порта Кальяо в Перу на борту 800 слитков золота, 1200 серебра, изумруды, золотые маски, украшения. Ого, читаешь староиспанский как родной. Видать, непростой расхититель могил, да? Нашел. А ты думала. Золотая статуя. Вес 20 арок. Больше 500 фунтов. Это она. Ух ты. Точно она. Да, выглядит жутковато. Ха, больше записей нет. Это чей-то подарок? Что? О, ну да, можно и так сказать. А я-то думала, ты из тех, у кого подивиться в каждом порту. Если бы. Нет, это кольцо Фрэнсиса Дрейка. Я его вроде как унаследовал. Сик парвис магна. Великое начинается с малого. Его девиз. Глянь дату. 29 января 1596-го? Через день после его кончины. Стоп, а это что за числа сбоку? Координаты. Это у берегов Панамы. А, так вот как ты вышел на гроб. Да, именно. Дрейк оставил это кольцо как подсказку с указанием на место. Тому, кого хватит мозгов расшифровать. Лесть не поможет. Мы все равно отсюда валим. Боюсь, что Эльдорадо мы увидим только на бумаге. Так, ладно. Оказывается, наш предок очень-очень давно жил. Почти в 1600 году. Окей, ладно, идем. Ай-яй-яй, 400 лет назад это все было. Лен, осторожно, не высовывайся, погоди, дай я с ними сначала поговорю. Слышь, братан. Разговор у меня короткий. Коротенький, ребятушки, надо быстро заходить. Ах ты! Тебе повезло просто с первого раза, но уже потом нет. О, нифига себе ты зарядил. Лен, не ходи туда пока, не ходи. Где-то он сверху же фигарит там. Все. Так, стоп, надо отдышаться, а то уже помутнело в глазах. Ща, братва, я вам что-то покажу. Иди сюда. Все, что ли? Ну вот, а я только разошелся, блин. Так, ладно, патроны. Лен, ты где? Че, Лена уже наверх убежала, что ли? Опа, что-то лежало там. Ох ты!
Пряжку нашли. Ох. Видал что, да? А где Лена? Я что-то Лену потерял. Ладно, сейчас откроем, там решим. Догонит, если что, да? Оп. А лодки-то и нет. Упустили мы свой шанс. Нет, вон она. Надо вон наша лодочка, говорить. Лена. Ладно, пошли. Ты не переживай, мы все равно найдем способ, на чем уплыть. И потом за мной заскочишь. Ладно, чего задумала? Ничего, я просто хочу, ну, еще поснимать. Да не бойся. Лен, ты че, поснимать, блин, тут ну, бандитов хорошо. Куча, она поснимать. Только чтобы сидела тихо. Считаю, убедила. Бесстрашная женщина. Не, ну так-то красиво здесь все равно. Ладно, сиди тут, я пошел за лодкой. Откройте. Откройте, говорю. Ага, опять прыгать, да? Опа, 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 ай! Да нифига себе! Я где? Я нажал же, где там? А, блин, прикинь. Я спасся. Офигеть. Так, давай поаккуратнее, эти балконы уже совсем дряхлые и старые стали. Да кто там? Иди ты нафиг, нафиг. Так. Кто еще? Кто еще? Кто там самый смелый? Да и фиг с ним. А-а-а, куда? Блин, не туда куда-то я пошел. Ага, ладно, сейчас. С тобой мы решили, вон еще один. А, их тут много. Я-то думал, их тут парочка всего. А их дофига здесь. Готов. А куда здесь идти-то, я что-то не понял. Ай, держись, не падай, братан. Все будет хорошо. Спасемся, как говорится, найдем сокровище. Да блин, а. Ну чуть-чуть же было, а. И что, по новой ходить? Опять сейчас отстреливать. Да на уже, а? Ты где? Ты где? Ты где? Не заходи, ни за какую колонну не надо заходить. Вау! Ну давай, уже чуть-чуть осталось-то что-то придумать здесь, как прыгнуть только и все. Совет. Ага. Куда выстрелить? Чем выстрелить? А, замок! Ё-моё, я не увидел сразу. Чё раньше-то не подсказали? Во! Вот так-то все так проще решается тогда. Я надеюсь, это какая-то сокровищница, да? Чтобы нам что-нибудь здесь взять, золотишко какое-нибудь интересненькое, чтобы потом... Было все круто. В ловушке. Неужели сейчас будет для меня ловушка? Ребята, это не людей. Это я вам покажу уже в следующей серии. Поэтому до новых встреч. Пока-пока.